Тебе здорово досталось, Купер. Держись. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Ластимоза, на подходе вражеские титаны. Высшие хищники. Принято, Пяти. Наемники. Купер, не высовываться. Пяти, пойдем. Энергии. Недостаточно энергии. Энергия 2/3. Электронный мозг перезапущен. Зрительная система работает. Настраиваю фокусировку. Пилот, все нормально? Вроде да. Ты назвал меня пилотом? Да. Покойный капитан Ластимоза назначил вас временным пилотом. Поздравляю вас с повышением. Можете называть меня Бити. Ага. А ты кто? Я BT-7274, титан класса «Авангард» из РСП-ополчения, корпус «Мародеры». Можете называть меня Бити. Бити. Понятно. Мои системы перезапускаются, но третья батарея ускорит этот процесс. Я останусь здесь. Пока не могу передвигаться, постараюсь помогать вам советами через шлемофон. Обращаюсь к ополченцам. АМС обеспечит всем сдавшимся безопасное возвращение в исправительное учреждение города. Советую немедленно сдаться любой поисковой группе АМС. Пилот, категорически не советую вам сдаваться АМС. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Не волнуйся, Бити. Понятно, но все равно рекомендую уходить. Отряда утильщиков АМС на подходе. В смысле, я тебя не брошу. Способность действовать в некоторых ситуациях без своего титана – обычное требование для пилота. Я иду, иду! Пилот, будьте осторожны. Бити, ты думаешь, я настолько глуп? Неизвестно. Я не могу знать все о функционировании вашего мозга, пока не установлена нейронная связь. Системы удаленного сканирования перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. Думаешь, мы выживем, Бити? Выбор у нас небогатый. Импровизировать и приспосабливаться или погибнуть. А долго ты служил с Ластимозой? Капитан Ластимоза был привязан ко мне 973 дня назад. Сочувствую. Вы с ним дружили? Он был превосходным пилотом и хорошим другом. Что-то мы с тобой затянули, пора заканчивать. Учту. Пилот, в вашем костюме есть функция аварийной маскировки. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Бити, чей это голос? Это командир мародеров из разведывательного спецподразделения ополчения, сокращенно РСП. Ее зовут Сара Брикс. Долг сказывает вас. Бити, на этом корабле есть кто-нибудь живой? Нет, сканирование не обнаруживает на борту МСС Джеймс Маккаллан признаков жизни, но 90% шлюпок были выпущены, надежда остается. Пилот, наше местоположение раскрыто. Эти дроны-разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь, пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Хорошо. Директива номер 1. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер 3. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен.
Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратного врага, отпустите кнопку. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Пилот, засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Да, надо просто убить парочку злодеев. Рекомендуется поддерживать позитивный настрой. Ты уверен? Да, доверьтесь мне. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АМС. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить. Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Пилот, на данный титан установлено улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Отлично. Новое оружие нам пригодится. Согласен. Титаны АМС оборудованы улучшенным вооружением. Это будет способствовать нашему успеху. Кажется, кто-то влюбился. Любовь в человеческом понимании невозможна без восторга, привязанности, преданности и уважения. Вывод – я влюблен на 50%. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Пилот, продвинуться дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Пилот, включаем сонарный пульсовик. Пилот, продвинуться дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Разделиться звучит рискованно. Учитывая текущую ситуацию, этот риск полностью оправдан. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Есть, Бити. Ты тоже смотри в оба. Понял, пилот. Следишь за мной? Что-то мне не по себе, Бити. Я не хотел вас напугать. Вы мне не враг. Кто это был? Открывай досье. Кейн. Наемник, обычно связываемый с бандой «Высшие хищники». Известный наркоман и наркоторговец. С башкой у него явно не лады. Согласен. По показаниям сканера, источник где-то в этом здании. Не будем зря тратить время. Пилот, я обнаружил бойцов ополчения на пути вашего следования. Им может потребоваться помощь. Ощущение, что мы несколько дней идем. Вам требуется отдых? Да. Ваши жизненные показатели стабильны. Мы должны выполнить задание. И куда же я иду? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Пилот, соблюдайте осторожность. Это само собой. Пилот, соблюдайте осторожность. Ты тоже, Бити. Где находишься? Иду вдоль грязевого потока. Впереди сильное течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Пилот, еще немного, и наши пути пересекутся. Отлично, очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Уже скучаешь по мне? Не смогу. Это бы противоречило директиве 3. Ладно, забудь. Давно не виделись, Бити. Не соглашусь. Через ваш шлем я вижу все ваши действия в реальном времени. Вы достойно сражались, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Рад видеть, друг. Аналогично, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Пилот, надо остановить грязевые потоки и перегруппироваться. Я пометил на вашем дисплее панель управления. В токсичной грязи много тяжелых металлов. Они мешают работе моих систем наведения. Чего там высматривать? Стреляй!
Беспорядочная стрельба в район нахождения моего пилота противоречит директиве 3. Значит, мне самому все делать? Пока что, да. Восстановлен визуальный контакт с пилотом. Начинаю огневую поддержку. Опасность рядом. Пилот, бой выдался нелегкий. Вы хорошо держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Директива номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Отлично, пилот. Пилот, рация в шлеме Кейна все еще работает. Следует ее забрать. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение.